Всем привет, и мы продолжаем. На этом уроке я вам покажу, как изменять ресурсы, которые мы уже создали. Мы с вами создали три таких сервера и один такой сервер. Вот они тут все дружно бежат, бегут, бежат. В общем, все, целая толпа. И, кстати, два сервера, помните, да, которые у нас не, это как его, с прошлого урока, ну, может, они вообще уже, как говорится, все, они не связаны с Terraform, их нужно будет тоже замочить, но это будет на следующем уроке, мы замочим все абсолютно на следующем уроке. Давайте изменим что-то. Допустим, я хочу изменить вот этот инстанс. Я хочу изменить инстанс type. Я решил, что маленький слишком, мне нужен побольше. T2small, допустим. То есть изменяете код прямо внутри. Сохраняете. И запускаете. Terraform давайте сделаем plan. Посмотрим, что он собирается сделать. Вот я изменил кое-что в нашем TF-файле. То есть я не добавлял новый ресурс. Я изменил ресурс, который был там. Один параметр у него изменил. Проходится по всему делу, проверяет, что соответствует чему. Все эти, все вещи. И вот что он пишет. 0 добавить, 0 убить, 1 изменить. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, что изменить. Вот он пишет. Terraform сделает это. Update in place. Изменить my instance, my Amazon. И что он изменит? Так. Вот. Вот что он изменит. Видите, написал. Instance type. С T3 micro изменится на T3 small. Вот что изменится. Все остальное остается то же самое. Давайте посмотрим, как он. По идее, как вы бы это делали вручную? Вот, я не знаю, где там эти T3 micro. Допустим, вот этот, я не знаю, кто там из них сейчас этот сервер. Вам нужно было сделать instance stop. Потом instance change, это как его, change instance type, а потом instance start. То есть, как бы, несколько вещей вам нужно было взять вручную. Давайте посмотрим, как справится Terraform с этим делом. Пишем Terraform apply. Да, я хочу это изменить. Ну, это перепроверить можете. Видите, вот что он собирается изменить. Пишите yes, enter. Начинает модификацию. Если мы сюда зайдем, посмотрим, что он вообще делает. Видите, что он делает? Он останавливает инстанс. Он сейчас заменит его на T3 small. И он его стартанет. Уже T3 small и стартует. Все, он закончил. И опять же, если мы перейдем сюда, здесь уже все окей. Все, T3 small, видите, все, и тот же instance ID, просто он заменил ему instance type, увеличил его. Также можно, конечно же, уменьшать. Чудно. Вот так вот, в принципе, изменяется, очень просто. Теперь давайте, знаете, что еще сделаем? Добавим, вообще, у AWS, ресурса AWS, сейчас вам покажу документацию немножко. Откроем это, ставьте, просто вставляете вот это дело сюда, ну... Вставляем сюда, и мы переходим на официальную документацию Terraform, и здесь он все культурненько описывает. Ресурс AWS Instance, provide this to instance resource, бла-бла-бла. Здесь есть примеры, как использовать, здесь немножко, может, такие навороченные примеры, но здесь что интересные вещи, вот, допустим, видите, вот Instance Web они там делают, AMI,
не важно, как оно берется, это потом я вам все объясню. И здесь все параметры, которые можно указывать, как бы здесь дофига их, очень-очень-очень много, очень-очень-очень много всяких разных вещей, как вы видите. И давайте что-нибудь добавим, какой-нибудь параметр, который называется tag. Вот так, давайте таги добавим, потому что смотрите, у нас инстансы без тагов, а tag name, если добавить, будет намного красивее. Давайте это так и сделаем. Это делается здесь. Я скопировал оттуда tag, то есть всегда можно посматривать, что там. Tags, и понеслась. Name будет у нас не hello world, а давайте это my Amazon сервер. Давайте добавим еще один. Смотрите, как легко добавляется. Owner равняется. Напишем так. Денис. На этом. Что там еще? Project. Terraform Lessons. О, нажимаем Ctrl-S. И он красиво нам подравнивает все так. Ой, как молодец. Давайте добавим все это дело тоже вы знаете, на инстанции, которые Ubuntu. Сюда, только это уже не Amazon, это мой Ubuntu сервер. Во. То есть, что мы сделали? Мы, в принципе, просто добавили всякие параметры новые для нашего для наших ресурсов. Ресурс Ubuntu, которых 3 штуки аж. Мы добавили этот таги. И ресурс My Amazon тоже добавили таги, аж 3 штуки сразу. Сохранили красиво, и можно делать Terraform. Давайте сразу apply, без plan. Сейчас увидите, в принципе, это то же самое, что он как бы он то же самое высадит, но просто знаете, что есть, когда у вас большие проекты, Terraform план прежде всего, перед тем, как Terraform apply вы запускаете. В общем, кто знает Amazon, ну как бы должны знать Amazon, же уча Terraform для Amazon. В общем, и очень-очень много параметров там прописывается вообще в этом деле. И в какой VPC создается, в какой там и как availability, ну, какие security group, в общем, использовать, какой SSH key использовать. Очень-очень много-много-много параметров. Все параметры можно посмотреть в документации, как я вам и показывал. Ну, я вам покажу примеры, как бы готовые рабочие. Так, yes, что он собирается делать? Давайте посмотрим, что он собирается делать. Он собирается. Как много собирается сделать? Апдейт. Он собирается сделать 4 апдейта. На ресурс My Amazon, что он собирается делать? Он собирается добавить таги. Вот эти таги делать. Дальше. На ресурс My Ubuntu 0, то есть первый сервер в листе, добавить таги. Дальше. Ubuntu 1, добавить таги. И Ubuntu 2, и то же самое, добавить таги. Все, собираетесь это сделать? Yes. И это быстро происходит. Сейчас... Видите, сейчас сразу здесь будут эти, как его, и имена высветятся здесь. О, уже высветились. Готово. А вот это, кстати, два сервера, которые Terraform с ними потерял связь. Помните, когда мы стерли этот файл Terraform, этот TFState, эти сервера уже так, просто в свободном плавании. Можно их вообще замочить. Сразу давайте их замочим вручную. А эти все мы будем замачивать в следующем уроке через Terraform. Все делается через Terraform. Мы будем все делать максимально, все через код. То есть минимальные вещей вручную, все через код, все через Terraform. И все, видите, красиво. Если нажмем на этот, нажмем tags, видите, вот все таги добавились. Здесь то же самое, здесь то же самое, и здесь то же самое. Вот так вот мы изменяем изменяем код. То есть изменяем код и изменяем ресурсы. Запускаем Terraform Apply. Он как бы нет такого Terraform Change, он просто Terraform Apply еще раз, и он это все смотрит, что есть в Амазоне, что прописано здесь, как говорится, что доктор прописал, сравнивает это с вот этим TFState файлом, все, что в нем внутри, и делает, соответственно, изменения, надо что-то заменить или не надо что-то заменить. Вот такие дела. Можно, если, опять же, если еще раз запускаете Terraform Apply, никакого вреда, он проверяет, что все соответствует всем делам, и все отлично. Давайте я вам еще кое-что покажу. Сейчас увидите, сейчас он тут закончит это дело. По идее, сейчас он не должен ничего сделать, потому что мы ничего не изменяли. Окей. Теперь смотрите, я вам хочу показать пример интересный. Вот у меня, допустим, этот мой Amazon сервер. Если я сейчас вручную добавляю еще один таг, допустим, manual tag, да, назовем его tag,
Hello World. И сохраняем. Вот добавлен еще один этот, как его, еще один таг. Manual tag такой-то. И если я сейчас запущу наш Terraform, он, по идее, проверит. Что он делает? Он видит, что это здесь какой-то дополнительный таг, и его у меня не описан, его нужно стереть или нет. То есть он не должен быть там. Давайте проверим. Это чтобы вы знали, как бы, что происходит. Это очень, очень важная вещь. Если вдруг кто-то ручками что-то подправил, допустим, да, и вы запускаете. И как бы подправит он, исправит он или не исправит. Я добавил туда как бы сейчас новый таг, новый как бы параметр, новый атрибут, не знаю, как называется. Каждый называет это по-своему. Я добавил сейчас новый таг. Сейчас увидите, что будет. Что он делает? Собирается one change. Видите, что? Вот он пишет здесь. И собирается изменить. И вот он пишет. Таг. Какой-то есть таг, manual tag, hello world. И собираюсь его сделать null. Изменить его, убрать его. Он не должен быть. Yes. То есть вы поняли, что происходит? Он убирает все, что не в коде. То, что было сделано вручную, нафиг уничтожается. И все делается так, как так как прописано в этом, в коде, в Terraform. Все ручные вещи, не соответствующие, исчезают. Все удаляется нафиг. Сейчас вот видите этот Hello World, manual tag, он сейчас уже того, ушел, да, ну, короче, это Terraform его стер, это не соответствовало этому описанному файлу. Вот такие дела. И, ну, в принципе, наверное, и все на сегодня, да, это вы увидели, как все изменяется, то есть можно добавлять, запускать Terraform Apply еще раз, и он будет изменять, соответственно, то, что нужно делать, как бы, чтобы это соответствовало. И все, на следующем уроке я покажу, как удалять эти ресурсы.